28,5 миллиардов рублей. Именно столько внесли югорчане на капитальный ремонт с сентября 2014 года. Тройку лидеров по перечисленным платежам составляют самые крупные города ХМАО. Сургут, из которого в адрес регионального оператора или на спецсчета ушло 7,5 миллиардов рублей. Нижневартовск, перечисливший на миллиард меньше, и Нефтеюганск – 2 миллиарда 400 миллионов рублей. В процентном соотношении собираемость по округу составила почти 94,5%. По сравнению с прошлым годом сумма задолженности уменьшилась на 74 миллиона рублей и составляет 1 миллиард 671 миллион.